Здравствуйте, я познакомилась с ребятами. Похоже, вы на «Зенит» едете, да? Да, да, да. На «Зенит» расскажите о себе, откуда вы, что делаете в Петербурге? Ну, быстренько. Что вы делаете в Петербурге? Изучаем. А? Изучаем. Учитесь, да? Да. А что это, институты? Что? Какие институты? Экономика. А? Экономика. Экономика. Да. Которые Пальмира Тольятти называется, или нет? Нет? Финек. Финек? Да. А, Финек. И вы все с Финека, да? Да. А, вы все Финек? Ну еще вам там рассказывают в Финеке, какие по дисциплины? Какие предметы? Русский язык, наверное, первоматерно, да? Русский язык, наверное, учите, да? Не, я не студент. Ты не студент? Да, а, я волонтер. А, не студент, да? Да. А ты работаешь, да? Да. А где работаешь? Тоже Финек. А? Тоже Финек. Ну, я не поняла. Я тоже Финек работаю. А, да. Нет, ну ладно, потом пойму. Так, а вы это, какие предметы-то хоть изучаете? Например, я изучаю русский язык тоже. Русский язык? И, ну, самые основные экономические такие. Да. Чего вы там изучаете? Что может Россия вам дать экономику такую? Про российскую экономику говорит, как она развивается? Не понимаю? Нет. Ну, экономика России вам нравится? Ну, это международная экономика. Ну, она хуже, чем у вашей Франции. Вообще, я не знаю. Хуже? Нет. Да вообще. Ну, ясно. Ну, еще что-нибудь скажите. Я покажу. Вы тоже француз? Нет? Я не говорю. Я не говорю по-русски. Не знаю русский. Очень плохо. Очень плохо. Ну, пусть будет так. Только знаешь. Ну, ясно. Вы можете в Ютубе меня посмотреть. Что вы делаете? В Ютубе посмотрите. Я вас выложу в Ютубе. В Ютубе вас выложу. На Ютубе. А, я чего?